Добрый день, Зинаида Николаевна. Скажите, пожалуйста, к нам обращаются граждане на предмет того, что закрывается инфекционное отделение. Вы могли бы прокомментировать этот вопрос? Да, конечно. Инфекционное отделение не только не закрывается, оно, наоборот, реконструируется. И сегодня уже работает второй этаж, отремонтированный, с очень качественным ремонтом. И где-то в конце марта, я думаю, закончится первый этаж, ремонт первого этажа. И тогда книги сердца увидят красоту и прелесть отремонтированного отделения. Штаты все сохранены, коечный фонд сохранен, и мы надеемся, что никогда этого не случится, потому что работает такой довольно сильный коллектив, врачей, медсестринский, поэтому помощь оказывается инфекционным в полном объеме, и, я думаю, будет оказываться и на протяжении многих лет, пусть не переживают.